Сейчас надо отцепиться и переставить трак в другое место. Как это делается? Выдергивается ручка. Можно сейчас, можно потом. Ставится в положение открыто. Снимаются все шланги. Это два. Потом берется вот эта деревяшечка, и она ставится под трейлер, чтобы потом можно было заехать. Можно его на землю скинуть, но потом надо будет методом волшебного домкрата работать. Это три. И все, можно отъезжать. Опустил подушки довольно быстро. Воздух скинул. Деревяшка стоит, но пальцем проверяют. Но зазорчик еще маленький есть. Все, сейчас буду отъезжать и ставить на деревяшку прицеп. Немного отъехал. Вес, часть веса еще находится на траке, но деревяшка у меня подкосила, и я не могу ее уже сдвинуть. Но думаю, нормально будет свою функцию выполнять. Просто так будет стоять. Далее вообще из проекта в планах вот тут заварить. Эта тема у меня уже есть. Очень красивая. Ну ладно, отцепляем же трейлер. Отъезжал аккуратно. И получилось, что... чтобы не клюнул носом. У меня такое было, дабл дроп, когда тащил единственный раз. У меня было так. Ну вот, все отцеплено. Так довольно низко стоит даже. Более низко, чем надо. Он здесь уже останется на несколько недель. Пока я не поставлю все тормоза, не разберусь с тормозами. А какое-то время буду таскать свой драйвен. Оставайтесь на канале, видосики пойдут.